Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова я, Елена, и мы с вами сегодня распакуем маленькую посылочку, которую я уже очень давно жду, трепетно, и прям мне не терпится посмотреть, что же внутри. На самом деле я ее уже распаковала, чтобы отчитаться продавцу, что все в порядке, и я все получила. Пришла она ко мне из Сингапура 10 сентября. Заказ был сделан 27 августа и стоила она 445 рублей. Давайте же распакуем, посмотрим. И та-дам! Это офигенский чехол на мой новый телефон, точнее смартфон. Но ближе к делу. Давайте распакуем. Я просто от него без ума. Как вы видите, была только почтовая упаковка и шелестящая штучка. Здесь магнитик. Открываем. Здесь такая мягкая штучечка. И еще шнурочек, чтобы... Вот здесь есть непробитое отверстие, да, куда можно, собственно, вставить этот шнурок. Шнурок пока отложим. И, собственно, вот такой вот чехольчик. Здесь отверстие для карточек, может быть, для проездного. Вот здесь отверстие. Довольно плотное, хорошее. И знаете, что мне больше всего понравилось? Что вот эта штука резиновая. То есть она гнется, и с ней ничего не происходит. Можно легко туда вставить телефон. Я сейчас не могу этого сделать, поскольку я на него снимаю, но думаю, что вы верите мне на слово. Внутри поверхность рифленая. Я думаю, что вы это видите. То есть такие квадратики присутствуют. Ну, как будто насечки. Вот. В остальном все идеально совпадает с моим телефоном. Huawei Honor 7C. Кто не в курсе, идеально подходит. Я уже примеряла. Все супер. Соответственно, здесь перегибается для того, чтобы можно было там поставить на стол, да, как-то смотреть видео, что-то такое. Вот такой он суперский. Мне все понравилось, он идеальный. Расцветка у меня серая. Там были разные. Ссылочку оставлю. Качество довольно хорошее. Единственное, что хочу заметить, картинка, это нанесение сверху. То есть я думала, что это типа пирографии, но это печать поверх основы. Основа, я так подозреваю, что это кожзам. Но очень круто сделано, мне очень нравится. Суперский. Советую. И наверняка еще возьму себе какой-нибудь другой цвет. Так что обязательно приобретайте, если понравилось. Единственный минус, да, вот эта дырочка не пробилась до конца. Но это единственный минус. И он не настолько существенный, чтобы отказаться. И цена, кстати, вполне себе нормальная. Я смотрела у нас в магазинах типа смешные цены. Самый дешевый это 1500. Причем не вот такой вот на магните, а только вот эта задняя стенка. Вот, так что я безумно довольна. Он суперский. Все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь. Кто не подписан, ставьте пальчики вверх. Все ссылочки будут в инфобоксе под видео в описании. Проходите, знакомьтесь, приобретайте. И не забывайте, кстати, что у меня есть промокод, которым вы можете воспользоваться и получите в подарок 100 баллов. А заказ я делала, кто вдруг недопонял, на сайте или в приложении Pandao. Я сейчас на него очень подсела, мне много чего там нравится. Так что это не последний мой заказ, соответственно, будут еще обзоры и заказы. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!